Простой стук в дверь для судебных приставов и кошмар наяву для злостных неплательщиков. И бояться есть чего, проживающий в этой квартире точно. Сумма ее долга превышает 100 тысяч рублей. О задолженности знает, а потому во время телефонного разговора с сотрудниками ведомства идет навстречу. Мы вот выехали по вашему адресу, оставим вам извещение. По этому извещению явитесь к судебному приставу. В том случае, если должник не приедет к судебному приставу, его привезут в принудительном порядке, а сам неплательщик к имеющейся сумме получит еще и штраф. Черновский отдел пристава. В черном списке должников жители Черновского района Читы. Женщина не стала скрываться и уверенно вышла навстречу нежданным гостям. Долг по уплате штрафа за материальный ущерб около 50 тысяч рублей. Пенсионерка отвечает, таких денег нет, вся пенсия уходит на помощь внучке, которая через 2 года заканчивает учебу. Пристав-исполнитель вынуждена выписать постановление. Теперь 50% от зачислений будут направлены на погашение долга. В августе 2024 года судебными приставами проведено 9 рейдовых мероприятий по всем категориям взыскания – алименты, налоги, а также задолженности за жилищно-коммунальное хозяйство. В результате рейдов вынесено 170 постановлений об аресте имущества должников, в том числе транспортных средств и земельных участков. В общей сумме взыскано более 3 миллионов рублей. Рейды, по словам самих сотрудников ведомства, крайние, но достаточно действенные методы заставить граждан рассчитаться задолженностью. Чтобы избежать неожиданных визитов, приставы настоятельно просят забайкальцев вовремя гасить долги. Это поможет избежать ареста имущества. Эльшат Сафаров, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.